Важно обязательно создавать для человека, с которым вы общаетесь, комфортную среду. Вот, чтобы он чувствовал, что вы ему доверяете, что вы заинтересованы, да, что вам не безразлично, что с ним происходит и так далее. И это вы можете легко демонстрировать тоном голоса, потому что зажатый голос, как вы... зажат, плохо говорит. Вот. Меня в свое время учила Екатерина. Это Ирина Ложкина, диктор советского телевидения. Она говорила: программу вела Ирина Ложкина. Это так у нее получилось. Я так не смогу гениально сказать, как она говорила. Но вот это открытость, понимаете? Она в голосе, она в жестах, может быть, в позе. Вот. Поэтому это очень важная составляющая для нас самих, нам самим понимать, что мы зачастую своим невербальным вот этим поведением сообщаем людям информацию ложную про себя, что мы плохо к ним относимся, что мы им не доверяем, что мы их боимся там, и так далее, и так далее. А на самом деле, даже если это у вас такая привычка, давайте от нее отучаться.